Вокальное мастерство, выбор композиции, удачное попадание в сценический образ. Жюри обращало внимание буквально на все. Каждая из пяти участниц исполняла две песни на военную тематику и шлягер на языке стран СНГ. Мы выберем сегодня две кандидатуры, два лучших солиста, вокалиста, которые поедут представлять город Бендеры уже на финал. Члены жюри – это компетентные преподаватели, специалисты в области культуры, в частности, в вокальном жанре. Это педагоги с высшей категории, которые сегодня будут оценивать мастерство участников и определять лучших. Конкуренция оказалась серьезной. Все участницы талантливые и профессиональные вокалистки. Непростая задача встала и перед жюри – беспристрастно выбрать лучших из лучших. Ими стали Наталья Билан, набравшая 99 баллов из возможных 100, и Светлана Бабикова, у которой 97. Ощущение самое, что у меня есть приятное, потому что как давно воплотившаяся мечта, уже я около 5 лет все планировала принять участие, но все как не получалось. И вот наконец-то получилось, так что можно сказать, что как будто маленькая мечта уже сбылась. Республиканский песенный конкурс «Голоса Приднестровья» стартует совсем скоро. Он пройдет в апреле в столице. Отборочные туры уже прошли в городах Дубасары, Слободзея, Рыбница и Бендеры.